Буквально 2 дня назад отгремел праздник весны, красоты и женственности. И с этим важным событием нас поздравили самые важные мужчины. Как раз-таки об этом новый выпуск газеты «Одинцовская неделя». На первой полосе номера знаковое событие Звенигорода – долгожданное открытие манежа после реставрации. Глава государства Владимир Путин вручил награды 20 выдающимся женщинам страны. Материал о торжественной церемонии вы сможете прочитать на второй странице. А на странице 3 актуальная информация о центрах поддержки участников спецоперации. На данный момент помощь получили 8500 семей. Ремонт за счет управляющей компании, бесплатные парковки для многодетных и телемедицина для беременных. Эти и другие новости Подмосковья ждут вас на страницах 4 и 5. Главной темой еженедельного совещания главы округа Андрея Иванова стала помощь мобилизованным и военнослужащим, а также гражданам, проживающим на присоединенных территориях. Читайте об этом на странице 6. А на странице 7 мы расскажем, как глава муниципалитета поздравил с Международным женским днем жен военнослужащих и сотрудниц военного госпиталя. На странице 8 и 9 продолжаем тему первой полосы. А на страницах 10 и 11 рубрика «Острый вопрос». Вас ждет большой материал о плюсах и минусах единого государственного экзамена. Межрайонная ИФНС номер 22 подвела итоги за прошедший год и определила перспективы работы. Материал по этой теме ждет вас на странице 12. Общество юных инспекторов дорожного движения отметило свой 50-летний юбилей. Как, когда и зачем оно зарождалось, читайте на странице 13. Врач-терапевт Одинцовской поликлиники номер 1 рассказал, как укрепить иммунитет и защититься от вирусов. Его советы вы найдете на странице 14. А на странице 15 новая героиня подкаста «Сами мы не местные». Вас ждет интервью с моделью, певицей и телеведущей Еленой Швец. На странице 16 рубрика «В диалоге». Вопрос этой недели – полезен ли кокосовый сахар для диабетиков? Далее читайте мысли вслух от нашего постоянного автора и рубрику «Закон и порядок». На странице 19 – актуальные вакансии. Далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ «Про утро», свежий выпуск новостей в 20:00 и подкаст «Сами мы не местные» по пятницам. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте.